Итак, здравствуйте, ребята. Сейчас я вам расскажу и покажу, как же сделать кавер, подделать голос любого артиста, приколоться над вашим другом и так далее. То есть можете просто подделывать голос любого человека через программу RVC. То есть что нам нужно вообще? По сути, нам нужно, чтобы сделать кавер любой песни, нам нужно две программы. То есть программа, которая вырежет вокал, отделит дорожку вокала и инструментал. Вторая программа, которая обучится голосу, который мы делаем. И следующая программа — это для того, чтобы объединить эти две дорожки. То есть, по сути, нам нужно три программы. Но может вам нужен просто голос, то есть прикольнуться над другом, его голосом что-нибудь сказать. Для этого что мы делаем? Для этого сначала мы отделяем, естественно, дорожку вокала и инструментала. Для этого я рекомендую программу UVR, то есть Ultimate Vocal Remover. Так, по сути, мы можем воспользоваться различными сервисами. Допустим, есть сервис от удаления вокала и создать акапеллу. То есть vocalremover.org. Но здесь лимит. Здесь лимит — всего одна песня в день. То есть мы можем с вами, то есть я могу вот взять песню какую-нибудь... Какую, допустим, песню от Моргенштерна, LJ, допустим, от Cadillac. Просто вставляю сюда, сейчас вам покажу, как это здесь сначала работает, а потом перейдем к программе Vocal Remover. Но здесь, как я сказал уже, ограничение — одна всего песня в день. То есть вот обработка аудио у нас идет, и мы просто с вами ждем. Просто ждем. Все, выполнилось. Что мы здесь делаем? Делаем формат WAV, сохранить, и сохраняем музыку и вокал. То есть нажимаем сохранить музыку, а потом сохранить вокал. То есть вот у нас две дорожки теперь с музыкой и с вокалом появились. Отлично. Это первый вариант. Ну, как я сказал уже, одна всего песня в день. Одна песня в день. Вы можете, конечно, включить VPN и сделать, конечно же, вторую песню. Ну, на третий раз у меня не получалось никогда здесь делать. Что бы я ни делал, что бы я ни включал VPN, что, какие я прокси не использовал бы, у меня не получается второй раз через этот сервис сделать песню. Но и есть вариант лучше сделать, то есть отделить вокал от инструментала. Это программа Vocal Remover. То есть вот сайт ultimatevocalremover.com. Я вам дам ссылочку на нее. На этот сайт, то есть ищите в комментариях, нажимаем download, то есть, и выбираем версию, которая нам нужна. Нам нужна для винды, то есть UVR версия 5.5 setup.exe. То есть нажимаем, скачиваем этот файлик. Если у вас Mac, то есть скачиваем Mac версия. То есть все просто. Устанавливаем, установку даже не буду показывать, потому что здесь клики 1, 2, 3, просто далее, 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 далее нажимаем, вообще ничего не меняем. Далее что мы делаем? Запускаем эту программу. Запускаем программу. То есть у вас откроется вот такое окошко. Первая строчка — это что, какую песню мы будем с вами, то есть отделять вокал от инструментала. Допустим, я хочу вот Оксимирон, город под подошвой. Берете просто и перетаскиваете сюда. Либо нажимаете Select и выбираете песню. Все просто. Select Output — это куда мы будем сохранять результаты. Куда мы будем сохранять наши с вами результаты. Можете опять Select и выбирать, вот, выбрать папку, в которой мы будем сохранять. Либо просто берете и перетаскиваете файл. Я обычно перетаскиваю, это все делаю. То есть метод. Какой метод выбираем? Мы выбираем Ensemble Mode. Выбрали Ensemble Mode, потом нажимаем настройки. Нажимаем Download Center и MDX.net. И выбираем несколько моделей. Первая модель — вам нужно будет Kim Vocal 1. Вот здесь на него показано Kim Vocal 1. К чему я пришел за все это время? Kim Vocal 1 мы скачиваем. Потом UVR MDX.net Inst 3 и Inst Main. То есть здесь выбираете, у меня просто сейчас они не будут показаны. Просто выбираете каждую модель, то есть, и нажимаете кнопку «Скачать». Выбираете модель «Скачать». То есть пойдет загрузка, то есть там «Download» написано, там и проценты побегут. Когда 100% будет, выбираете другую модель и скачиваете. Из Demisus вам нужна будет одна модель, только это последняя вот эта. NTD E-MUS, MUSX, нижнее подчеркивание, FT. То есть ее качаете. Она здесь будет.
То есть берете и скачиваете. То есть здесь вы можете выбрать битрейт, то есть 320 килобит в секунду. Настройки вот можете как у меня выставить, в принципе. Все вот так вот. Все вот так вот. Все. Отсюда выходим мы теперь. Как мы выбрали уже Assemble Mode, то есть здесь мы ставим Vocal Instrumental, мы отделяем с вами. А здесь ставим среднее-среднее. И выбираем модели, то есть Kim Vocal 1, Inst 3, Inst Main. И последний вот этот, MTD, Musk, нижнее подчеркивание, FT. И нажимаем кнопочку Start Processing. И можно еще сохранить, в принципе, настройки. Нажать Save, сохранить настройки. И здесь вписываем название какой-то настройки. Оно будет у нас здесь отображаться. У меня вот 1, 2, 3. Вот у меня все эти галочки, видите, поставились, в принципе. Сами автоматически. Нажимаем кнопочку GPU Conversion. То есть, чтобы у нас видеокарта работала при этом. И нажимаем кнопку Start Processing. Сейчас не буду нажимать кнопку Start Processing, потому что запись может прерваться. Просто максимальная нагрузка идет на видеокарту. И, в принципе, запись может прерваться спокойно совершенно. Я вам покажу сейчас, что у нас выйдет на выходе. Так, вот, допустим, я делал город под подошвой. Так, город под подошвой, где у меня он тут? Так, не вижу. Так, секундочку. Ладно, я вам, в принципе, покажу просто папку, что мы делаем. Когда у вас появится, будет папка появляться вот такая, assemble, то есть outputs и какие-то номера непонятные. И дальше будет у вас появиться склейка из различных вот этих методов. То есть у меня, допустим, есть, не знаю, там Егор Крид, Ламбо Урус, вот здесь песня. Инструментал есть отдельно, а есть отдельно вокал. То есть мы можем включить вокал. Город не хотел, то есть вокал отделен у нас. И то есть если я включу инструментал, будет у нас инструментал без слов. Все просто. То есть и в какой-то из этих папок, то есть у нас будут вот все эти методы прописаны. То есть мы можем отдельно, конечно, вот брать по методам, но он у нас делает в конце склейку из всех этих методов и делает что-то среднее между этим всем. И у нас получается охренительный результат. Следующая программа RVC. Как раз-таки, где мы будем обучать нашу модель, тренировать ее. То есть мы что делаем? Пишем, то есть я вам оставлю ссылочку RVC. То есть вот можете называть GitHub, то есть пишите Google просто RVC, и вот на GitHub-овская ссылочка будет, нажимаете на нее, здесь ниже листаете, и переходите на сайт этот Hunface Space какой-то или что-то типа такого. Нажимаете просто сюда и скачиваем RVC Beta. RVC Beta, которая весит, сколько тут, 4,81 гигабайт. Нажимаете кнопочку загрузки, все, и у вас скачивается, в принципе, эта модель. Просто потом берем, перетаскиваем в любую папку, совершенно в любую папку, и распаковываем. И вот у нас получается вот такие, на такой набор всяких файлов. Что нам здесь нужен? Нам здесь нужен файл GoWeb. То есть мы запускаем, у нас открывается вот такая вот командная строка, где начинается прогружаться сам наш обучалочка наша. Обучалочка, где мы будем менять голос и так далее. Ждем. Сидим, ждем. Сейчас у нас откроется автоматический браузер. Вот у нас открывается браузер, где мы видим вот это наше основное с вами окно, где мы будем всю вот эту дичь, гадючку делать. Мы с вами будем тренировать голос, то есть нам нужен train. Здесь пишите название, как вы будете тренировать, то есть там 777, допустим. А битрейт 40 нормально, то есть здесь. А версия какая? Версия, конечно же, вторую ставим. Здесь мы ставим true. Здесь количество потоков процессора, которое будет использовано. Поток процессора, то есть у меня, то есть 6 ядер, 12 потоков, я могу максимум 12 выставить. Ну, можете, в принципе, я не заметил разницы, то есть особо сильно не будет. То есть если вы поставите половину от ваших, то есть ничего страшного не будет. Если хотите, конечно, можете 12 поставить. А здесь нам нужно указать папку, где хранятся наши аудиофайлы, через которые мы будем тренить. У меня есть папка, допустим, сейчас вам покажу. Вот папка, это я делал для облака.
эту папку, чтобы пробовать тренировать в облаке. Вот папка называется Макар. И здесь много вот просто аудиофайлов. Где я эти брал аудиофайлы? Я прикалывался над другом, это голос друга. Я просто взял, Telegram открыл, сохранял и просто переконвертировал формат OGG, вроде бы там, или что-то типа такого. Даже, может быть, у меня есть тут. Да, OGG формат я переконвертировал в WAV. То есть все просто, пишите в Гугле конвертер, то есть конвертер OGG to MP3, допустим, заходим в первый конвертер, все, выберете файлы, сюда перетаскиваем и конвертируем в MP3. Все просто. И скачиваем результаты и сохраняем это в отдельную папочку, это все наше дело. Так, закрыл. И сюда здесь надо показать путь к этой папке. То есть я беру сейчас, вот открываю эту папку, разархивирую эту папку. То есть извлечь папку Макар. Так, у меня сохранилась папка Макар. Где-то, не знаю где. Так, чудеса какие-то, я не знаю, где у меня папка это сохранилась. А, вот у меня папка это. Вот папка у меня появилась, Макар. И в ней у нас тут вот эти тонна просто аудиозаписи. Что он делал? Мы берем, нажимаем, то есть, наверху, вот здесь в строке, и копируем этот путь, Ctrl-C. Желательно, чтобы русских, то есть, имени не было русского. Я не пробовал с русским именем, я просто кидал в корень. То есть здесь вот написано Андрей, то есть желательно, чтобы этого не было. И мы берем просто и вставляем вот сюда вот этот путь. Берем, вставили, все. У нас появились. Здесь мы начинаем, нажимаем дальше процесс дата, то есть нажали. У нас поползли здесь, сейчас циферки поползут. Вот они. Все файлы наши сгружаются. То есть здесь вы в этой строке вот можете видеть то, что вот... Файлы вот сгружаются. То есть они все сгрузились и написано End Process. То есть процесс закончен. Следующее, это мы выбираем наши видеокарты. То есть у меня написано 0, то есть у меня одна видеокарта 3080 Ti. Здесь выбираем метод PM, это быстрый метод, написано вот здесь вот. То есть можете в принципе перевести эту страницу. То есть здесь нажимаем, то есть вот здесь написано вот быстрое извлечение, но низкое качество речи. Duo улучшен речь, но более медленное извлечение. HardVest лучшее качество, но более медленное извлечение. Я предлагаю как раз таки вам вот этот HardVest использовать. То есть урожай так называемый. Нажимаем HardVest, все. Нажимаем эту кнопку, все, ждем. Опять у нас поползли циферки. Когда рамочка горит у нас каким-то цветом, как тут, допустим, видите? Это значит... Ой, извините. Это значит, у нас идет какой-то сейчас процесс. То есть вот файлы наши распаковываются. Вот они. Идут сейчас и распаковываются постепенно, по очередности. Вот они. 55, 54, 1. То есть он делит наши файлы на куски. Сейчас, на данный момент, он просто делит наши файлы на куски. Ждем завершения. Все отлично. Он выгрузился. Сейчас вот эта рамочка пропадет. Видите, она сейчас горит оранжевым. Когда она перестанет гореть, мы можем переходить дальше к новым пунктам. А, я понял. У меня как раз таки, что я нажал, у меня вот CUDA ядра заблокировались. Но у вас такого не будет. Она вот, видите, у меня начала гореть эта рамочка, она не, просто не прекратит уже гореть. Потому что я могу PM выбрать. Новый метод. Хотя нет, ничего не будет. В общем, CUDA ядра у меня сейчас заблокировано, у вас такого не будет. Потому что я веду запись одновременно. И вот такая у меня вот тут сейчас лаж. Дальше что мы делаем? Сколько у нас будет всего эпох? Вот этот ползунок, сколько всего будет эпох? Я предлагаю ставить, ну, 200 вам с головой будет. 200 эпох здесь ставим. Всегда можно дотренировать, если что. Ничего страшного. То есть 200 ставим эпох. Можно 300, можно 500. Но можно его и перетренировать, что он хреновее еще будет. Я рекомендую 200-300 эпох. Достаточно. Здесь количество эпох, после которых будет идти сохранение. Вы не видите. Вот здесь количество эпох, после которого будет идти сохранение. То есть, если мы ставим здесь 200, каждые 5 эпох, то есть 5, 10, 15, 20, 25, 30 эпох он будет сохранять. То есть, нам легче будет откатиться. Я вам сейчас покажу, как это, то есть, выглядит.
эти все сохранения. Так, сейчас найду. Так, 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 так. Вот. Вот, он будет сохранять вот каждой эпохи. Тут вот она, 5-я, 10-я, 15-я, 20-я, 25-я, 30-я. И, в общем, все до 200 эпох он будет сохранять. А здесь количество, как я понял, оперативной памяти, которую он будет использовать ваши видеокарты. То есть вот этот буфер. У меня видеокарта 3080 Ti, я ставлю 12 гигабайт. У меня 12 памяти, я ставлю 12 гигабайт. Все очень просто. Сколько у вас видеопамяти, столько тут и ставите. Здесь вы ставите галочку Yes, здесь No, здесь Yes. Все очень просто. Эта галочка отвечает за то, чтобы он так, в общем, много очень не загружал всяких дурных файлов, которые вам не нужны. То есть он просто будет объединять некоторые файлы в себя. Это я не разбирался, просто ставил No, как она и стояла здесь. Что я сохраняю вот эти свои поинты, точки, каждые 5 шагов вот в папочку вот эту. Здесь все, нажимаем потом Train Model. Здесь ничего не трогаем, здесь вот написано модель, через которую мы будем тренироваться. Здесь ничего не трогаем, вот здесь вот где. Вы не видите за камерой это. Вам это и не надо, в принципе. Все называем Train Model, у нас пойдет, то есть тренировка модели. Вы будете видеть эпохи, которые будут идти. Я сейчас не буду нажимать, я вам на склейке, когда буду монтировать, покажу, как это будет выглядеть примерно. Итак, когда вы нажмете кнопочку Train, то есть вот здесь, то есть Train Model, у вас появится вот такое вот окно. То есть оно не появится, оно у вас открыто уже давно. И здесь будет вот написано как раз количество эпох, то есть вот эпоха 201, 202 и время, за которую каждая эпоха делается, то есть 46 секунд, 35 секунд, 51. То есть я подгружал модель, то есть вот видно, что он брал ее и подгружал уже готовую модель. Вы увидите количество эпох. То есть они у вас будут идти, когда дойдет вот до эпохи, которая будет готова, у вас вот здесь вот Output Information будет написано что-то типа лог, что-то там. То сохранено где-то в логе. Значит, все готово. То есть вы можете уже приступать к Model Interference. То есть все, у нас оттренируется модель какая-то и будет, сколько шагов мы указали, только будет тренироваться. У меня примерно одна эпоха длится 27 секунд. То есть если я указал вот эти 200, что мы будем сохранять 200 эпох, тренировать, 200 умножаем на 27 секунд, и у нас получается... 200 умножаю на 27. У нас получается 5400. 5400 делим на 3600. Часть, потому что 3600. То есть у меня модель будет тренироваться полтора часа примерно. Вот эти 200 эпох. Потом мы нажимаем кнопку, вот, чтобы уже потом в конце из записи, которую мы отделили, из голоса или так далее, мы отделили, сделать, подменить голос в ней, мы заходим вкладочку Model Inference. Здесь мы нажимаем Refresh Vocal List. Так, сейчас мне, походу, надо все-таки перезагрузить, потому что у меня он не хочет. Он меня не хочет из-за куда ядер этих ничего дальше делать. То есть вот ждем, опять у нас открывается модель. Отлично. Здесь называем, то есть Refresh Voice List Index. Все, у нас обновилось. Здесь выбираем вот модель. Вот он много все модели. Вот они, то есть 10-я эпоха, 110-я эпоха, 20-я, 25-я, 30-я. Мы выбираем наибольшую. То есть я делал 200. То есть выбираем 200-ю эпоху. Здесь у нас прогрузится. Все, прогрузилось. Так, здесь мы делаем... То есть понижение тембра голоса. Здесь прописано то, что если вы меняете мужской голос на женский, ставьте плюс 12. Если вы меняете женский на мужской, минус 12 ставьте. Если вы меняете мужской на мужской, женский на женский, ставим 0 просто. 0 ставим. Отлично. Теперь здесь мы указываем путь к файлу, который мы как раз таки и будем менять песню. То есть нам нужен вокальный голос. То есть я беру, допустим, вот загрузок. То есть
LJ я вот делал вокал, то есть у меня здесь получился вот вокал и музыка. Я беру вокал просто и перетаскиваю сюда. И как я это делаю, показываю. Потом просто вот это беру, копирую. И вставляю сюда. Да, здесь могут быть вот всякие, видите, вот эти иероглифы. То есть вот эти вот непонятная херня. Как этого избежать? У вас так это будет. Вы просто делаете, переименовываете файл, не как он написан, то есть там вот здесь Моргенштерн, Кадиллак, Вокал. Ставьте просто циферку, например, 1.wav. Все. Все просто. Ну, мне кажется, сейчас он тоже все равно будет работать, в принципе. Здесь выбираем метод, то есть урожай делаем этот harvest. И все. Что вам нужно теперь сделать? Только нажать кнопочку Convert. Error, потому что у меня вот опять здесь билиберда. У вас может также получиться. Что мы делаем с этим? Мы делаем то, что мы берем вот эту аудиозапись. Вам сейчас покажу даже. Вот у нас аудиозапись, вокал. Копируем ее. Я вставляю ее на другой диск. На диск D, допустим. Вставляю. И меняю здесь циферку на 12, допустим. И теперь я беру и вставляю вот сюда вот этот путь. То есть можно вот так сделать, по частям вставить. То есть можно вот так вот по частям вставлять. Вот так вот. Либо можно, как я сказал, перетащить сюда и вот это просто скопировать. И удаляем просто файл. Файлы 3 слэша. Все. Вот у нас появился, то есть вот файл. Вот. И, в принципе, все, нажимаем кнопочку «Конверт». И у нас происходит обработка аудио. Куда он сохранится? Никуда не сохранится, потому что вы увидите вот в этом окошке, где написано сейчас «Error», вот это наша голосовая дорожка. Потом нажимаете просто здесь сбоку и сохраняем. Сейчас попробую нажать, но, скорее всего, у меня просто остановится запись, я вам дозапишу, так сказать. Нажимаю «Конверт». Ждем. А примерно у меня занимает это 40 секунд, где-то вот так вот. То есть на режиме вот это Harvest, вот этом режиме, у меня занимает аудиозапись одну переработать примерно 40 секунд. Ждем. Все, у нас получилась аудиозапись. Сейчас накину наушники, чтобы тоже послушать. И все, вот нажимаем, можем прослушать ее, тут нажать play. Вот у нас получилась такая аудиозапись. Как сохранить? Нажимаем просто три точки и все, скачать. То есть у нас вот скачивается аудиозапись. Все, у нас все готово, чтобы сделать трек. То есть берем просто, заходим то есть, в какую-то программу сведения голоса. Сейчас не хочу просто открывать ее. И, не знаю, соединить песни, караоке. Не знаю, как это сделать-то. Соединить несколько треков в одну запись. Да, давайте то, что нам нужно прям. Заходим. Перекидываем сюда аудиофайл с вокалом. Вот у нас с вокалом. И с музыкой потом сюда перекидываем. И как бы, ну, все. Нажимаем, потом. Нам нужно их соединить. Как соединить? Черт его знает. Так, ну просто нажимаем сохранить, мне кажется. Я просто через другую программу делаю. Я делаю через FL Studio это все. Все, у нас что-то он сохранил. Нет, что-то не то у нас все равно получилось. Соединить песни, добавить трек. Если я добавлю трек, то есть музыку сюда, это что будет такое? Ничего не будет.
Ну, в общем, любая программа просто... У нас дорожки одинаковой длины, в принципе, и мы просто перекидываем одну на другую. Я не знаю просто, как в онлайне это показать вам. Я просто, если сейчас открою FL-ку, у меня отлетят... наушники отлетят отсюда. Ну, давайте я попробую, хорошо? Я вам покажу сейчас. Открываю FL Studio. Открыл FL-ку. Вот FL экран студии. Беру, то есть файлы наши. То есть в загрузках у нас вот файл вот этот с голосом, а вот второй файл это у нас с инструменталом. Здесь у нас файл с инструменталом мы забрасываем на вторую дорожку. Все, вот у нас трек, в принципе, получился. Здесь прослушать я не буду, нажимаем потом файл, экспорт, и выводим в формате, допустим, MP3. Куда? На рабочий стол давайте выведем. Назовем как-нибудь так его, сохранить. Здесь ставите настройки, как у меня, в принципе, максимально, то есть битрейт, все, нажимаем старт. То есть все. У нас все сделалось. Так, сейчас все позакрываю. И вот у нас этот файл появился. Как я сейчас сказал, у меня запущена FL-ка, я вам ни хрена не покажу. То есть, что там? Вот. У нас появился бит. Песня голосом моим другом сделана. Все, в принципе, идеально, ну, просто. То есть, давайте повторим действие, что мы с вами делаем. Мы отделяем вокал песни. Вокал и инструментал отделяем с помощью программы UVR. Потом мы сохраняем большое количество сообщений вашего друга, знаменитостей и так далее. Сохраняем в отдельную папочку, запускаем RVC, тренируемся, 200 эпох, 300 эпох, 500 эпох, если вы хотите, если вам не жалко времени. Мне было жалко времени, и поэтому я тренировал всего 200. И результат голосовых сообщений, чтобы вы понимали, он просто невообразим. Он просто один в один. А потом мы что делаем? Когда оттренировали, мы заходим опять в RVC и скидываем туда дорожку голоса артиста, либо нашу с вами запись просто голоса, и конвертируем ее через, чтобы подделался голос. Все, соединяем два трека, у нас все готово, все, результат на лицо, как вы видите. В принципе, все на этом. Я вам все показал, что делать. Так что подписываемся, ребят, на канал, ставим лайки. Дальше вам еще что-нибудь интересное я вам расскажу по этому всей теме. Могу вам еще попробовать рассказать, как-то тренировать все не на мощностях своего компьютера, а через облачные сервисы, чтобы ваш компьютер вообще никак не использовался. Потому что здесь нужно серьезное железо, если вы хотите делать это на своем компе. Мне комфортнее делать на своем компе это, и поэтому я вам показал сейчас, как это сделать на своем компьютере. Компудастере, так сказать. Так что, если есть какие-нибудь вопросики, пишем, я на все отвечу, все читаю. Ставим лайки, подписываемся. Так что все, ребят, всем пока-пока.